Я думаю, то, что в целом цели курса были достигнуты, потому что каждому участнику были даны те или иные инструменты для выполнения того, чтобы быть граждански активным, чтобы быть как бы активным участником общества. А курс достаточно интересный. Встретил много новых лиц, новых друзей. Поделился своим впечатлением, своими интересами и познал много новых точек зрения. В принципе, курс понравился. Очень замечательно. Я постараюсь поделиться этими знаниями, этими навыками со своими друзьями. Постараюсь наработать что-нибудь свое, полезное для общества, развивать эту мысль и в конечном итоге довести ее до конца. Я считаю, что школа гражданского образования дает нам очень ценные знания, так как, к сожалению, в Казахстане больше нет такого же курса, который мог бы также научить нас, молодых студентов, свободе мысли и свободе слова. Теперь мы можем влиться в любой коллектив, а также защитить не только свои права, но и права близких нам людей, окружающих, так как теперь мы знаем, что делать, знаем, к кому обращаться. Теперь, если я замечу какое-то правонарушение, и я уже знаю, у меня есть свой план действий, и я, конечно же, я не буду закрывать на это глаза, я буду действовать, я буду говорить, я не буду молчать.